Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега и Наташа. Привет, привет, Наташа. И сегодня, ну, у нас как бы не то, что радостная новость, вы, наверное, знаете то, что мы купили Наташке компьютер, и сейчас она сможет и видосы записывать, и стримить. Ну, короче, все делать. Ты что, бабаскин сняла? Серьезно, что ли? Да. Ни хрена себе. Ты решила играть без бабаскина? Ну, как видите, ребят, короче, прогресс, Наталья с новым компьютером. Не, на самом деле мы играем, ребят, по фану, так что, думаю... Можно и баба скинем, мы вон с антихедами сколько раз один на один играли. Так что... Так, тихо. С антихед дом. Какая разница? Тихо, иди сюда. Ай! Ой, я от бедра попал. Нихера себе от бедра. Давай, короче, это, фазуму. А ну-ка, я прыжке сейчас солю, интересно. А, ну ладно, сейчас подбегу к тебе. Короче, и теперь Наташа может и стримить. Ну как, стримить она не то, что... О, прыжке получилось. О, хорош. Я у тебя прыжке слил или как? Да, но ты уже приземлился. Она сможет видос записывать спокойно, потому что видеокарта у нее 1060. Материнская плата у нее какая-то за 4000, я, честно говоря, забыл, как она называется. Процессор Intel Core i7-4790. Блин, я не могу играть и сразу говорить, разговаривать. Ладно, надо как-то рассказать. Вот, ну, в общем, ребят, составляющие примерно за больше, чем 100к вышло, и сейчас у нее хороший компьютер, но образовалась еще одна проблема, из-за которой она не сможет, возможно, стримить, потому что она живет в частном доме, и туда подключить интернет очень... Ну, как бы у нее есть интернет в частном доме, ой, подключить конкретно проблематично хороший интернет. То есть у нее интернет сейчас, не знаю, сколько на самом деле. Сколько у тебя интернет сейчас? 3-4. То есть отдача у нее почему-то мегабита, 1 мегабит еле выдает. То есть отдача у нее такая выдается. Не знаю почему, но, ребят, кто живет в частном доме, они поймут, и проблематично очень подключить интернет в частный дом. Поэтому видос-то снимать будет, но все равно, как бы, так оно получилось. Спасибо, конечно, вам огромное, то, что скидывали на стримах. Ну, кто скидывал, естественно. Все благодаря вам, спасибо. Теперь Наташа будет отчасти снимать видосы, но, опять же, знаете, вот проблема с интернетом, это просто жуткая, потому что, ну, сами понимаете, как она будет видосы заливать, то есть она не сможет быстро видосы, к примеру, загружать, она будет загружать видосы на ночь, ставить, целую ночь загружать будет, к примеру. Так что это будет очень проблематично, здрасте. Че, я тебе еще как в прыжке хэд какой-нибудь поставлю. Не, конечно, ты сняла бабаскин, конечно, не, ну, на снайперах, да, бабаскин, это спасибо, что сняла. А то если, не, на каких-нибудь штурмах у медика так насрать. Ну, понимаешь, это пинг, наверное. Ну, ничего, мы с тобой, знаешь, Наташа, поиграем еще, когда ты у меня будешь. То есть там у нас у обоих одинаковый интернет, одинаковый этот провайдер будет. И мы там именно сделаем такую проверочку маленькую, что да как будет делаться. Угу. Так что, не знаю, друзья, будет ли Наташка... Да что такое? Да хватит мне через стены сливать. Ну, не стоит тут простреливать. Ну, ладно. Конечно, дай мне выйти хотя бы. Давай, короче, чуть поближе стреляться. А тут только раки стреляют. Если один на один, ребят, на снайперах играете, ни в коем случае вот так вот оба в прострелах не стойте, всяких багах. Вот тут где-нибудь выходите, дайте выходить друг другу вот сюда. Ой. И где-нибудь на таких позициях стрелять. А у меня урон не успел пройти. А я говорю, я могу... Не знаю, у меня даже не выстрелил. Вот, видишь, я могу как бы доказать то, что у меня урон не успел пройти. Просто, например, надеть титан, и Наташа будет видеть то, что, к примеру, я ее в контратаке убиваю. То есть я так раньше играл с чуваками один на один. То есть я говорил только так, например, потому что у меня не успевает урон пройти. От бедра? То есть, если или нет, от бедра. Ну, я прицели стараюсь стрелять, но иногда не получается. Смотри, какой сейчас скилл сочный будет. Давай. Блин, не успел. Ну-ка. Да! Что, прости, я не знаю. Понимаешь, раньше у меня с Аикса урон регался намного лучше. Понимаешь, я стрельну хотя бы даже немножко дальше от руки, то у меня он регается. А сейчас именно нужно конкретно в мишень. Ты где? Привет. Боже, почему у меня в наушниках звук где-то в другом месте? Убери, дай-ка я. У меня, кстати, вообще звука сейчас нет. Я, короче, пятикратник один. А он быстрее пятикратник или нет? А, я не знаю. Не знаю, в смысле, я вообще быстрее с Иксом. Прицел? Я с Иксом очень давно играл. А, да, друзья, мы, кстати, не знаю, быстрее или нет. Мы очень давно, ребят, не играли, как бы. Ну, хотя бы вот тут вот, да, стоять, ждать врага, а не прям вот именно возле респы. А то прям возле респы, ребят, это сильно жестко. То есть, смотрите, например, я бы сейчас встал вот. Дайте покажу. Просто выйди сейчас, к примеру. Ну как? Я поняла. Просто вот так вот встал бы. Вот, и все. Ну вот да, как я тебя сейчас слил. Даже не видно, как я ее сливаю. То есть, если играть на 1-1, ни в коем случае так не играть. То есть, вот тут вот хотя бы стойте, вот так вот в открытой позиции. Вот тут уже более-менее легко как бы слить. Вот она сейчас может спокойно меня слить. Ну, только если повезет, потому что урон не особо быстро может пройти. Как бы вот так можете. Но это намного лучше, чем, как бы, вы поняли. Тупо стоять, не давать ей выходить. Ой, подкат сделала. Да я же, я же король от бедра стрелять. Как ты меня... Я, кстати, очень раньше много играл с Иксом, сейчас я не играю с Иксом.
Кстати, а если я надеюсь не забуду, Наташа, дай мне выйти отсюда. Не знаю, ну, ребята, ангар как не особо сбалансированная карта. Ну, именно по 1 на 1. Если бы админы сделали какую-нибудь сбалансированную карту 1 на 1, то было бы, конечно, прикольно. Ого, ты там уже убил, когда за эти погрузчики бы. Ну, понимаешь, я говорю, в Warface нельзя играть 1 на 1. Было забавно играть против Наташи, что у меня хороший компьютер был, а у нее хороший пинг. То есть, получалось, такой маленький баланс получался, а сейчас никакого баланса, конечно, не будет, и 1 на 1... Мы, наверное, снимем, ребят, пару частей, а потом 1 на 1 продолжим снимать, именно когда у меня будет, у нас все одинаковые пинги будут и одинаковые все. Вот, и там уже можно будет побомбить, что мы друг друга через стену убиваем, все такое. Да куда? Ну я же попросил не стоять, тут, ну заебало. Да я забываю всегда. Ну в смысле забывала? Встань в какое-нибудь другое место. Чекай меня на выходе, а не на проходе вот этом. Ну-ка. Че, даже не стрельнул, даже не увидел. Ай! Я даже не знаю эту сторону, я если играл, вроде на другой стороне всегда. Надо было тогда другую поставить. Да насрать. Нет! Король от бедра! Ты че? Фазум! Фазум, детка! Фазум, детка! О, да! Что это было? Что? Друзья, я короче, поняла, буду... что... ребята будут скучать по тем временам, когда Наташка жестко бомбила. Это очень странно. Это... Ты вот меня видите, да? Не видел? У меня даже... У меня... Нет, в смысле, я тебя видел. Ты можешь по приколу иногда не стрельнуть и увидеть, что я тебя убью. Прям за долю секунды, как ты нажмешь эту кнопочку. Просто у меня не успевает урон зарегаться. Ну ты стоишь, получается, вот тут, да? Стоп. Да. А, нет. О, мазафака, ты что, так быстро целишься, что ли? Серьезно, что ли? Да. Я не, кстати, без прицела сейчас играю. То есть прицела не чекаю. В смысле без прицела не понял? Ну, прицеливаюсь. Быстро прицеливаешься, что ли? Да. Фига себе ты быстро. Ну ты, Наташ, тебе все лановые снайпера позавидуют. Что-то как-то слишком ты быстро. Ну, может, мне так кажется, просто пинг. Фиг знает. Вот я сейчас быстро как бы прицелился, а не стоял прицеле. Не знаю, мне кажется, я не успею быстро прицелиться, если ты выйдешь. О! Ты чё? Я думал, ты меня там ждать будешь. Я вообще хотел с тобой поиграть, знаешь, как? Не как люди играют там друг друга, кто кого перекрысит, а именно... Именно вот так вот по фасту рашить друг друга, прям на респу вот так вот забегать, смотри, вот так вот примерно. Ай! Я поняла. Вот так вот, я думал, мы будем играть, то есть, ну, тупо рашить друг друга. Можно, короче, было не на один, ой, не на ангаре играть, к примеру, а на этом. На каком-нибудь пригороде. Не знаю, это, правда, непривычно было бы, капец как. Ау, мазафака, какая же ты непредсказуемая! Так что, друзья, помним, любим, скорбим бомбящую Наташку. Ну, можете посмотреть. Многие уже, кстати, жаловались, что она постоянно ноет, все дела. Короче, все. Теперь она будет только... Ой, я тебя с другой стороны чекала. Да, я знаю. Теперь она будет только радоваться тому, что я ее не нагибаю так сильно. Ой, как ты плавно... Да ты Сережа, ну что за фигня? Я решил просто с новой позиции тебя убить. Такая, да, такая, может, мне тоже снова хулилась? Смотрите, друзья, вот это вот топ-1 позиция будет. Да ладно, как я промазал, серьезно что ли? Да чего ты, даже у меня не вышло, серьезно что ли? Ты очень предсказуемый, я так и знал, что ты в смысле предсказуемый? Можешь мне сделать, как ты раньше делал, и в играх 1 на 1? Каких? Давай! Что?! Погоди, то есть я был в подкате, и ты тоже в подкате, и ты меня убил? Тогда. Это как? Господи, ясно. Я тебя увидела, и подкат тоже ушла. Не увидела. Ну, друзья, знаете, один на один. Один к одному играем, это уже неплохо. Это уже неплохо. Короче, кто кого перепрыгает. На, блин, куда у меня мышка? Ты где? Я тебя хочу в прыжке убить. Я поняла. Да бам, мазафака! Блин, 59 секунд, надо хотя бы один к одному с ней сыграть. Блин, я просто, ребят, буду, наверное, скучать по тем временам, где я выиграл ее 5 к 1, 3 к 1. Это было намного получше. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, через стену. Вышел зайчик погулять. Через стену? Ну, понимаешь, да. Ты мне через стену... Ну, я не знаю, с этим 1-1, понимаешь? О, у тебя еще желтый пинг стал, твою мать. Вот сейчас я боюсь. То есть, у тебя еще пинг постоянно меняется. Это очень опасно. Давай, выходи, я должен тебя успеть слить. Давай, и, я буду прыгать тут. Прыгай тут. Сольешь меня прыгающий? Прыгаешь? Ты серьезно, ты меня не хочешь стрелять, что ли? Ты меня жалеешь? Да. Нет! Давай. Нет. Я буду прыгать, слей меня. Давай. Давай от бедра. Хорош. Гона ножа, го ножи. Давай, иди сюда. Ножи? У тебя катана, я ее боюсь. Слушай, а у тебя что? Большая. А у тебя что?
Я не катана? На, убежал. Ну ладно, конечно, так сыграем. В общем, ребят, это такое было информативное видео было. То есть мы сыграли один на один. На самом деле, еще парочку, может, раз сыграем один на один, когда Наташа будет на, ну, в своем, то есть интернете. Последующий один на один будет проходить, ну, когда мы будем играть с одинаковыми провайдерами в одной квартире, то есть только на разных компах. Ну, там компы как бы они одинаковые, оба мощные. И будем уже смотреть, что да как там получится. Вот, а такой компьютер, то есть видосы будет снимать, но стрим пока какие-то проблемы. Ну, либо, не знаю, кто живет в частных домах, напишите, пожалуйста, может быть, вы знаете, как, что сделать, чтобы интернет был более-менее. В общем, ребят, спасибо за просмотр, с вами был Серега и Наташа, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем удачи, друзья, всем пока. Пока. Лагает Warface, ты хочешь поиграть во что-то более-менее требовательное? Рекомендую тебе поиграть в игру Point Blank. Point Blank онлайн-шутер, где ты можешь отлично провести время с друзьями и получить ударную дозу адреналина. Вступи в командный бой на стороне миротворцев или повстанцев и оцени динамический геймплей со 150 видами вооружения. Если тебя заинтересовала эта игра, специально для тебя оставлю ссылку в описании.